Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы, Всадники Олуха. Так, за пятый день я забираю немножко рыбы. Посмотрим, что мне принес Беззубик. Понятно, короче, опять древесина. Бесполезная, он мне не хочет носить награды. Просто не хочет. И я с этим ничего поделать не могу. Обленился он вообще в корень. Так, давай шлем найдем. Так, шлем нашли. Отправим тогда сразу наших малышей на какое-нибудь очередное задание. А задание у нас здесь, сам понимаешь, хватает. Вот, пускай бежит в клуб. О, как раз сумочка. Правда, не та, нам нужна блестящая сумка. Так, здесь. О, ну-ка. Что нам дадут? Наверное, скорее всего, яйцо на костолома. Ну, конечно. Ну, конечно же, ребят, яйцо на костолома. Дешево и сердито. Разместить. Разместили. Так, давай-ка, Барсик родной, лети в драконий край. Кривоклык. Ну тут тусклый янтарь. Это 100%, друзья мои. Так, преграда. И опять же бесплатно. И осталось лишь Грамгильда. Даст опять тусклый янтарь. Воу, кувшин. Ну, давай ночные жути. Иди там, попугай их. Здесь нам, оп, 130 тусклого янтаря. Что ж тут еще-то можно было ожидать. Ну что, костолом, принес мне рыбки. Давай еще за рыбой мотайся. Так, здесь мы быстренько сделаем на обмен. Обмен сделали. Так, родной, не расслабляйся. Ты мне нужен, лети дальше. Так, здесь 44 миллиона рыбы. Отлично. Давай, наверное, Беззубика пока отправлю я. Так, что мы там с тобой собираем? Мы собирали это, да? Да. В путешествие. Лети. Так, Йохан, у тебя есть что-нибудь нам на обмен? Ну, только вот эти вот фрукты и все, что ли? Остальное мне не нужно. Остальное мне не нужно. Эти всякие там брошки, топорики и тому подобное. 77 миллионов, ребята, приносит мне. Так, мне хватает? Да какой там хватает? Мне еще нужно, ё-моё, мне еще нужно почти 1800, ребят, чтобы его прокачать на 123 уровень. Давай, лети. Так, подожди. Если он так собирает неплохо рыбу, есть смысл его отправлять. Так, ну а вы что, друзья мои, тут притулились? Давай-ка быстренько метнись. Так, 450 рыбы. Давай тоже метнись. Он мало приносит, друзья мои, ресурсов. А тут вообще 4000, ребята. 4750. Это ж офигеть. Но мне кажется, если честно, то весночеса желательно бы, ребят, прокачать. Просто желательно бы прокачать. Так же, как и вот эта мрачношипа. Но пока он полетит просто за рыбой. Так, громилёды, это все понятно. Ну сколько? 25 миллионов, ребят, мало? Я считаю, что это мало. 30 миллионов тоже как бы маловато. 33 миллиона тоже маловато. 51 миллион, ну более-менее, ребят, более-менее. Ладно, давай прокачивать наших вот этих малюток. Чего там не хватает? А, рыбы, рыбы не хватает. Ну, это дело поправимое, наверное. 40 миллионов он приносит. 310 миллионов древесины просит на прокачку. Но я, наверное, пока не буду, ребята, этого делать. С ресурсами, ну, просто какая-то беда. И опять же, модификрылка тоже, друзья мои, просит не кислый, как говорится, сбор по рыбе. Так, ну что ты там притулился? Что ты мне принес? Ну, показывай. Ну, понятно, как всегда. На размягчителе яйцо он мне дает. Давай сделаем так. То есть древесина у меня... Иди ты в баню, давай сюда. Древесину он мне не может передать. Тоже 3800 нужно для... ребята, следующей прокачки на следующий уровень. Так, быстренько иди.
Так, здесь то же самое. Давай, продолжай свои поиски. И остается последний. Давай тоже, дуй. Дуй на поиски. Так, покормить. Оп. И спипиглюк. Оп, тоже его. И песня смерти. Блин, чего-то не хватает. Понятно, не хватает нам рыбы. Нам не хватает рыбы. А у нас за древесину кто-то пашет же, да? У нас же за древесину вроде бы... Нет, этот за рыбу. За древесину у нас... Я знаю, кто пашет, но мы его отправили с тобой. Да какая разница, вернем. Вернем и отправим. Все-таки, ребят, достаточное количество железа он приносит. Так, дальше мы с тобой забираем, наверное, пак. Естественно, бесплатный. Древоруб, шепот смерти. Кривоклык нам выпал. Так, немножечко ресурсов получили. И дальше что? А, у нас здесь еще паки с тобой обычные стоят же. Давай посмотрим. Так, косолом, громобой, громыль. И все? По событиям, друзья мои. Да ну ладно. Подожди. Злобный ван... А мы что? Вот за два дня, что я работал, ребята, я все события, что ли, продинамил? Да ну нафиг. А что мы тогда будем сегодня делать? Начать сезон. У нас, ребята, новый сезон начался, да? Так, сезонные коллекции. Я смотрю, у нас там одна есть. Ага, ну-ка давай глянем, что тут у нас. 120 железа и 30 рун. Слушай, ну неплохо. Я считаю, ребят, что это неплохо. А вот здесь вот кто? Ну-ка смотрим. Куда он там спрятался-то у нас? Что-то я не могу посмотреть. Блин, ну у нас же обычно доступно в следующем году. Так если в следующем году, фиг ли вы мне сейчас это показываете? Что-то я не могу понять. Все, стоило перейти, ребята, сезонной коллекции сразу закрылась. Что, типа, нет ничего. Я и говорю, что там как-то подозрительно все. Слушай, ну если у меня нет никакого события, чем мы тогда будем делать? Я, конечно, могу предположить, что... Ну, например, можно сходить еще на... как она? Пак Одина еще один выбить. Ну, раз такая катавасия у нас получилась. Что-то я думал, что он... Опа, древоруб, пока же я тебя не проверил. Да, мой косяк. Насколько я помню, нам, чтобы купить следующий остров, нужно 4500, по-моему, да? Так, подожди, это не тот островок. Вот, вот этот. 4500. Ну, получается, нам еще 1100 понадобится рун. 1100 рун для того, чтобы мы купили. На самом деле, маленький этот остров, что-то как-то вообще мизерный. Мы же вроде бы где-то видели покрупнее островок. А где? Я сейчас и не вспомню. У нас было два острова. Этот. Там, по-моему, здесь нам не хватает. Это все из-за викингов. А не хватает-то всего лишь 50 викингов, ребят, чтобы приобрести. И, кстати, здесь бы получился бы у нас новый драконий наездник. Я не могу понять, кто там у нас. И остров сам по себе покрупнее намного, да? Странно. И здесь... А, тут даже два у нас наемника было бы. Слушай, ну, ты сам знаешь, для того, чтобы получить викингов, нам нужно что? Нам надо прокачивать для этого, по-моему, академку, да? По-моему, нам нужно прокачивать академку и после... Подожди, вот еще островок у нас. Но мы здесь ничего не можем
Здесь, видимо, пока мы с тобой не откроем злобного смутьяна. А злобного смутьяна ты не откроешь, пока не появится у тебя вопль смерти. Тут вот так вот, ребята. Тут нельзя открыть в хаотичном порядке драконов. Так, подожди. Что-то меня смутило все это дело. Вот, академка, да? Улучшить. Нам не хватает еще буквально 10 ребята драконов. Максимальное число викингов 7270. Но это будет новое, это если мы разблокируем с тобой. Это если мы с тобой разблокируем. Слушай, смотри, мне показали, что я могу вот этого отправить, крылатого. Давай. Мне пришлось... Да, ребят, мне пришлось тут потратиться чуть-чуть. Но зато на следующем уровне мы его прокачиваем по фулке. То есть это будет 123 и 124. Ну, потребует, наверное, очень много. Главное, чтобы он не железо. Пускай лучше он древесины потребует. Кучу целую, но только не этот. Только не железо. Потому что, ну, с железом, ребята, вообще беда у нас какая-то. Так, ну что, давай тебя отправим. Чё ты будешь тут стоять просто так? Ага, 121. Тебя тоже отправляем за древесиной. 710. 450. То есть на расценке, конечно, у них дичайшие, давай так скажем. Что-то там... Ага, все. Все места, ребята, забиты. Рыбные, как говорится, эти. Ну что, единственный вариант идти за паком Одина. Но потому что события нету. Оно будет доступно только через сутки. А нам надо что-то делать, ребят. Давай набьем хотя бы один пак у нас будет. И... по коде нам с тобой заработаем. Ну, чтобы серия была не напрасной, так скажем. Так, сейчас душителя попробую. Очень мощно ты, конечно, бомбанул. Еще и с понижением защиты. А это сейчас будет, наверное, фаер... Нет. Повезло, пока. Так, он там промахнулся. Ну что, я, наверное, добью тогда здесь. Тут сделаем вот так вот. Так, они сейчас вдвоем будут ходить. Я, наверное, барсика потерял. Хотя это не точно. Слушай, выжил? Как ни странно. Выжил, никого не потерял. И, наверное, сейчас... Ну да. Вражеского барсика сейчас накроем медным тазом. До свидания. Так, друзья мои, очередной у нас поединочек здесь. И стражи я вижу. Ну, я, наверное, давай вот так начнем. А мне кажется, так будет эффективнее. Разберем этого, потом тройного удара и костолом уже, как говорится, оставим на сладкое. Допустим. Так, минус один, насколько я понимаю. Ну и что ты там хочешь сделать? Ой, все, по-моему. Ребят, я потерял, скорее всего, нашего барсика. Да. Подлец какой, взял его, добил. А что-то его быстро так размотали, если честно. Наверное, за счет того, что у нас понижает броню, скорее всего, ребят. Только из-за этого. О, он сейчас еще и побежит, да? Он сейчас еще и побежит, у него будет 5 энергии. Естественно, он сделает. Давай тогда вот так хотя бы. Он сейчас будет делать разбег. Ну, это естественно. Чтобы он пропустил разбег. Да не бывает такого. Ну, а мы что? Слушай, ты еще давай мне штормореза уничтожь. Будет вообще круто. Ну, все, промахнулся. Тогда до свидания. Так, ну что, друзья мои, надеюсь, это у нас последний поединок. Начинается, да? Этому нужно 3 энергии, чтобы запустить фаербол, насколько я помню.
Сейчас этого уберем отсюда. Ужасное чудовище. Опа-на. Пошла, пошла мазута. Ух, ядрен матрен. Само собой этот, ребят, воспользуется шансом, чтобы добить. Угу. Даже вот так вот. Блин, ну тогда этот добьет. Нет, почему-то, ребята, у них не выходит то, что они задумали. Но сейчас фаербол однозначно полетит. Тут, тем более, ребята, у него 5 энергии. Он их копить не будет. Ага, мы с тобой отхиливаемся в очередной раз. Плюс делаем укус, довольно мощный, потому что это кривоклык. Какой я, вот какой вредный. Вот не хочет, ребята, сдаваться, а? Только своими фаерболами. Но мы все равно победили. Так, ну что, ребята, нам выпал обычный с вами пак. И, соответственно, пак вождя. Лавары, крылатый ужас, кошмарный пристеглов, кривет, громли, защитник, вострозуб и погибель Хоферсона. Ну, погибель, в принципе, Хоферсона более-менее еще куда ни шло. Он и так довольно редкий. Единственное, что он у меня не открыт. Мы получаем карточки, но он у меня не открытый. И меня это немножко злит. А так, если брать по большому счету, у нас все при работе. Кроме этого супостата мелкого. Все при работе, все у нас добывают. Кто древесину, кто рыбу, кто пошел за железом. Кстати, вот тут, ребят, смотрите. Да, я все время забываю, что вот этого кошмарного пристеголова можно будет тоже в ближайшее время улучшить. Это будет у нас, сколько там получается, 9-10. И там еще 8 драконов останется. Я вам говорил, ребята, что проще всего прокачивать вот именно таких вот обычных. Они, конечно, добывают мало ресурсов, но в моем случае мне их проще прокачать. Обычных вот этих вот драконов. Потому что редкие или легендарные. Они очень тяжело прокачивать. Слушай, а почему у меня обычный кипятильник? Он же должен быть зеленым, а сфига ли он красным-то стал? Это после эволюции, что ли? Медовуха. Неуловимый. Да, ребятушки, пожалуй, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.